В 2025 году областной историко-краеведческий музей отметит свое 110-летие, поэтому с прошлого года здесь начали готовиться к этому событию. В августе 2023-го началась реставрация памятника архитектуры пассажа купцов Якушевых. Перед подрядной организацией стояла задача сохранить исторический облик здания. В прошлом году здесь обновили фасад, отремонтировали кровлю и входную группу. На первый взгляд выглядит все так, будто бы работы завершились, но руководство музея говорит об обратном. Работы все еще продолжаются. По договору подрядчик должен был их завершить, но не уложился в установленный запланированный срок. Недоделок еще достаточно. Там, где работы завершились, уже есть некоторые дефекты. Согласно законодательству, за неисполнение договора, срыв срока, мы имеем право подать в суд на подрядчика. Мы уже это сделали. Но пока подрядчик все еще продолжает работать. Согласно договорным обязательствам, завершить все работы подрядчик должен был еще 25 июня, но до сих пор продолжает работать. Недоделок, по словам Эльмиры Алшиновой, немало. Местами уже осыпался фасад. Сейчас между подрядчиками и руководством музея будут вестись судебные тяжбы. Если подрядчика признают недобросовестным, конкурс будет объявляться заново, а доделывать работы будет уже кто-то другой. Но, несмотря на это, спустя год музей открыл двери для посетителей. Мы почти год не работали, кустанайцы уже соскучились. Гости города тоже обычно с большим удовольствием приходят к нам. Сейчас еще в городе работают пришкольные лагеря, поэтому приходят группы школьников. Мы всем очень рады. С 6 августа мы работаем в штатном режиме. Ремонтные работы не мешают этому. В историко-краеведческом музее открыты для просмотра 11 экспозиционных залов. Работают они ежедневно с 10 утра до 5 вечера, за исключением понедельника. Вход бесплатный. Валерий Тощев, Алия Досмагомбетова, РТН.